За что я люблю книги? Каждая книга – это ступенька, по которой я поднимаюсь выше. Каждая книга – это кирпичик, из которых я строю свою личность. Люблю читать книги для развития. Люблю читать книги для удовольствия. Через книги я могу общаться с людьми, которые покинули наш мир, но остались на этих страницах. Благодаря книгам я получаю опыт, которым делятся авторы. Благодаря книгам я совершаю прогулки по далеким мирам, временам, странам и судьбам. Это удивительные путешествия. Вот за что я благодарен книгам. Вот за что я люблю книги. Это признание в любви к книгам, которое я сделал в рамках конкурса на канале литературной обозревательницы Джинджер Стар. А любите ли вы книги? Если да, то за что? Напишите об этом в комментариях под этим видео. Но это еще не все. Сегодня я представляю вашему вниманию свой новый проект, стартовавший вчера. Это группа ВКонтакте под названием «Читает Антон Деркач». В этой группе я публикую аудиоверсии стихов и коротких рассказов. Став участником группы, вы можете прислать мне в личные сообщения названия любимых стихов и рассказов. Некоторые из них я озвучу и опубликую в группе. Ссылка на группу будет в описании под этим видео. Вступайте в группу, ставьте лайки, делайте репосты понравившихся записей и приглашайте друзей. С вами был Антон Деркач. Спасибо за то, что вы с нами. Увидимся в новых видео. Пока!